И всем привет, ребята, у микрофона Вася. Сегодня я работаю дежурным по переезду. И тут у нас, как мы видим, стоит КТМ-8К, на котором мы сейчас отправимся. Где? Давайте мы в него зайдем. Оба. Все, зашли тут, вон. Люди сидят. Давайте вот сюда присядем. Так. Кстати, вот он уже отправляется. Так вот уезжает. И вот так вот уезжает. Я еще LM99M тут видел. Ну, в общем, поехал на вот этой вот КМ-ке. Такая вот красивенькая деревня вот. Тут вообще прямое сообщение. Так что, в принципе, едем. Вот так вот поедем, в принципе. Вот тут тоже вот деревня. Рекламки всякие. Прикольно. Чё мне тут уж на месте-то не сидится? Почему-то вот по-красивенькому уедет. Вот так вот. Вот так вот едет. Вон уже вдалеке станцию видно. Вон она на поворотике. Первую дверь не открывают никак. Вот и тормозил. Давайте мы сойдем с него. Вот он, все. И отправляется. КТМчик 8. Вот так вот красивенько переезжает. И вот так вот уезжает оттуда вот. Вот мой переезд. Оба. Какая-то маленькая сегодня будочка. НТ. И, ребят, посмотрите, какие нам поставили красивейшие шлагбаумы. Вот так вот они работают. Но я не буду их сейчас включать. У меня вот есть желтый и красный флажочек. И давайте посмотрим, какой сейчас должен пойти поезд. А сейчас должен пойти грузовой поезд вот оттуда. В принципе, закрываем переезд. И он должен пойти оттуда, так что будем его ждать. Ребята, вон он уже едет. И офигеть! Это ВЛ-60! Да, это ВЛ-60. Сейчас, я не вижу. Это ВЛ-60ПК. Посмотрите, это ВЛ-60ПК-шечка. Вон летит просто ВЛ-шечка. 60-ка вот такая вот красивейшая. 60-ка. Вот такая вот вылочка. 60-ка. Проехала. Нет. Чуть переезд и будем, в принципе, ждать следующего поезда. Так, ребят, давайте посмотрим. Сейчас должен идти пассажирский поезд. Давайте мы его будем ждать желтым флажочком. Так, ребята, я уже слышу тепловоз. И смотрите, это М62. Или нет, это в 2М62, офигеть. Смотрите. Две, просто два тепловоза тянут. Это все вот так вот медленно. 982 М62. И посмотрите, это. То есть это транзитный поезд из Белоруссии. Нифига себе! 2М62У, походу, да? Смотрите, это так, РЖДшный вагон. И там сзади вообще уже не РЖДшный, а БЧ вагон. Кстати, вон
КТМ-8 вот такой вот красивенький проезжает. Все, этот уехал, ну вот. Сейчас он проедет, в принципе, и будем уже открывать переездик. Вот так вот вообще медленно, и один вагон остался. Ну вот, все просто уходит. Осталось еще два поезда, давайте посмотрим. Электричка. Вот оттуда вот электричка, и вот оттуда пассажирский. И должна пойти электричка. Ну, вот оттуда вот через 20 минут будем ждать. Так, ребяточки, сейчас уже должен идти пассажирский, так что закрываем переезд. И, в принципе, желтым флажочком идем к нему. Ребят, посмотрите, это М62. Желтым флажочком его пропускаем. И что? Вагоны еще? Это М62 с ЭД4. Это что? Это прям перегонка какая-то. Кстати, еще вот КТМ-8 прошел, но это прям перегонка какая-то была. Все, ушла. Прям перегоночком. Давайте посмотрим последний поезд. Это грузовой, и он все-таки пойдет оттуда, я перепутал. Ну, будем ждать. Так, ребяточки, сейчас уже должен идти пассажирский поезд. Я его, кстати, уже на горизонтике вижу. Кстати, вон он. Ну вот, в принципе, желтым флажочком ждем его. Вон там КТМ-5 уже подъезжает, в принципе. Все по скрипту. Так, так, так. Все. Вон он, это что, я не понимаю, это ВЛ-176? Что? Он же только на УЗ работает. Это реально ВЛ? Ну да, ТФ, все правильно. ВЛ-11М6. Офигеть. Просто ВЛ-11М6. Как он такой, Илон Маск? Ладно. Все, мы уже складываем сюда. Ну и, в принципе, уходим с поста, потому что... И ждем наш трамвай. Ребята, вот подъехал. Это у нас ЛМ-68М. Вот, кстати, мы уже отправляемся. Смотрите, вот так вот. Тоже не новый. Не новый, скажу я вам. Не самый новый. Да и вообще у нас как КТМ-8К, так и ЛМ-68М едут максимум 50 км в час. Это мы тоже знаем. Ну, в общем, летит. Так сказать, это F3 смотрю. Кстати, вон там КТМ-8К нам сбоку проезжает по-красивейшему. Ехал КТМ-8К. Все, смотрите. Звук нашего... Звук ЛМ-68М можно слышать вечно. Кстати, вон уже. Мы сейчас, кстати, еще будем по кругу проезжать. Красиво, если честно. Давайте вот это F3 посмотрим. Вот так мы объезжаем. И вот мы заходим на круг. И вот тут тормозим. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.